Чайка! Всем привет! С вами снова я, Ева, и вы на канале Поиграйка. Сегодня мы наконец-то с вами распакуем моих любимых пушастиков. Новый сезон, новые герои. У каждого пушастика свой аксессуар и свой шарм. Посмотрите, давайте же скорее распакуем. Какой бы взять? Давайте-ка вот этот. Начнем. В каждом коконе свой мини-пушастик. Какой тебе попадется? Загадка. А всего их 24 вида. Такс. Как его открыть? А, смотрите. Так, первый пакет. Второй пакет. Какой-то крючок. И, как я поняла, это инструкция. Так, давайте же распакуем все, что там есть в пакетах. Ну-ка. Все, что тут было, это зеркальце, я так понимаю. Это фен, наверное. А это, может, это расческа, это зеркальце? Не знаю. Давайте посмотрим, что во втором пакете. Так. Смотрите, это же пушастик. Смотрите, какой он красивый, такой яркий, блестящий. Он мне так нравится. Так. Смотрите, у него двигаются глазки. Он может смотреть туда-сюда. Может, посмотрим, как его зовут? Так. Вот, смотрите. Кажется, я его нашла. Вот он. И его зовут Орла. Это девочка. Она отмечена значком звездочка. Это значит то, что этот пушастик популярен. В наборе есть сам пушастик, два тематических аксессуара и браслет с шармом, который мы сейчас с вами и сделаем. Так. Вот сам браслет, а вот шарм. Ну-ка, наденем его на руку. Опа, готово. Посмотрите, какой модный браслет. В коконе также лежал набор наклеек. Тут изображен сам пушастик, наклейки и его имя. Эти наклейки можно наклеить на кокон и не только. Давайте же их наклеим. Готово. Получилось. Смотрите, какой у нас яркий кокон. Давайте распакуем следующего пушастика. Так, 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 так. О, как раз-таки выпал тот, который я и хотела. Ну-ка. Цветная упаковка легко снимается. Ну-ка, кто же мне попадется на этот раз? Так, выкладываем. В наборе, так же, как и в прошлом коконе, было два пакетика, браслет и гид коллекционера, где показаны все пушастики. Вот тут и вот тут. Так. О, мне сразу попался сам пушастик. Посмотрите, какой он красивый, розовый. С блестками, с голубыми глазками. Он тоже умеет двигать глазками, посмотрите. Так, поставим его сюда. И распакуем его аксессуары. Опа! Это вот такая белая сумочка. Вот такая докторская повязка. И вот такой вот шарм в виде цветочка. Ее зовут Исси.
Раз у нее есть докторские принадлежности, значит, она доктор. Давайте примерим ей ее аксессуары. Такс. И сумочка. Посмотрите, истинно настоящий доктор. И браслет с шармом. Ну-ка, наденем его на руку. Опа, готово. Очень красиво. Давайте распакуем следующего пушастика. Такс, давайте возьмем вот этого. Еще один розовый. Ну-ка. Такс. Ну-ка. Все, что мне выпало, это вот такая вот расчесочка в виде цветочка. Потом это вот такая вот корона. И шарм в виде яблочка. Ну все, давайте же скорее смотреть, какой там пушастик в пакете. Такс. Опа! Так. О, ух ты! Смотрите, какой нам пушастик попался. С волосиками, с розовыми. С принтом в виде цветочков. Какой он классный! Так, его зовут принцесса Блоссом. Так, раз уж тут были аксессуары, давайте же их оденем. Так. Из-за волос трудновато надеть. Такс. И расческа. Распакуем еще одного пушастика. Так. Ух ты, смотрите, какой пушастик. Такой нежный, красивый. Такой белый с розовым пушастик. Так, что же у него в аксессуарах? Смотрите, какой ободок большой в виде бабочки. Как я поняла, этот ободок можно еще и одевать как колечко на палец. Так. Так, что там еще? Еще там была, я так понимаю, юбка для нашего пушастика. Кстати, как же его зовут? Его зовут Зазу. Это девочка, видимо. Так что ее. И еще тут был шарм в виде звездочки. Опа! Она такая модная с этой юбкой. Красотка. Ну-ка. Она также двигает глазками. Поставим ее со всеми остальными. Ну-ка. Да, получилось. Посмотрите, сколько у меня браслетов на руке. И все они разные. Думали, что это все? А вот и нет. У меня для вас еще есть наборы «Веселая вечеринка», «Фестиваль» и «Карнавал». Давайте посмотрим, что внутри. Так, давайте-ка откроем вот этот набор.
Такс. Достаем. Так, а вот и первый пушастик. Вот и второй. У нас еще осталась шляпа. В наборе три пушастика, один из которых спрятан в коконе. В наборе три аксессуара, один шарм и один браслет. У пушастиков эксклюзивный дизайн, а у кокона новый цвет. Такс. Ну-ка. Так интересно посмотреть, кто же там. Ух ты! Посмотрите, какой яркий пушастик! С такими неоновыми ушками и со звездочкой посередине. Давайте поставим его и посмотрим, как его зовут. Его зовут Кася. Такое милое имя. Давайте наденем на наших пушастиков все их аксессуары. Так, давайте-ка на этого пушастика наденем юбку. Получилось. Давайте-ка на этого пушастика наденем шляпу. Так. Смотрите, эта шляпа создана специально для ушей. Опа! И наш пушастик настоящий ковбой. Так. А на этого пушастика мы наденем корону. Опа! Она ему тоже подошла. Какие они у нас красивые! Ну и, конечно же, браслетик. Как вы помните, такой шарм у меня уже есть. А это значит, то, что им я могу с кем-нибудь поделиться. Ну что ж, вам понравились новые пушастики? Если да, то обязательно поставьте лайк. Ну а я с вами прощаюсь до следующего ролика. Пока-пока! Малыш, тебе понравилось? Здорово! А чтобы подписаться, нажми на круг с логотипом канала.